Если будет замена всего правительства, то я прогнозирую отставку Авакова, ну, 90%. Я думаю, что уход Авакова может быть по договоренности с ним. То есть я не представляю, чтобы так это закончилось таким резким, да, увольнением. Это самый долгожитель украинской политики. Да. Мне кажется, со времен распада Советского Союза никто никогда столько не находился на одной должности. Это 7,5 лет. Но это схема, которая в год может тянуть на 500 000 000 гривен, воровство дизеля. Эту поправку нужно было принять год назад. И сейчас бы, если бы она... Поправка была принята, мы бы получили в бюджет ну минимум 20 миллиардов гривен, минимум, только за железную руду. Здравствуйте, мы на Политека, с вами Инга Мизерия, ко мне присоединяется Сергей Лещенко, журналист и народный депутат 8-го созыва. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы были при Авакове. Все, в принципе, депутаты ныне, которые до 50, были при Авакове. Скажите, пожалуйста, почему каждый год возникают вопросы и начинают ходить слухи, что Авакова будут снимать? Ну, во-первых, это правда, что депутаты уже 3, по-моему, созывов при Авакове успели поработать, потому что он начал работать министром еще в парламенте, который избирался в 2012 году, если вы помните. Это самый долгожитель украинской политики. Да. Мне кажется, со времен распада Советского Союза никто никогда столько не находился на одной должности. Это 7,5 лет, и понятно, что... Есть определенный прогресс, но он не настолько впечатляет, чтобы толеровать 7,5 лет на одном месте. При этом постоянно возникают скандалы, связанные как с коррупцией, так с насилием, так и вообще с влиянием этого чиновника. И, конечно же, возникают интересы в его снятии. Поэтому нынешний интерес к его персоне, я думаю, вполне понятен. Но на сегодняшний день я бы не прогнозировал действительно его уход до осени, потому что в парламенте осталось несколько сессионных недель, буквально 2 до летних каникул. Такой серьезный процесс, входя в период отпусков, никто, конечно, рисковать не станет. Я думаю, что уход Авакова может быть по договоренности с ним. То есть я не представляю, чтобы так это закончилось таким резким, да, увольнением. Скорее всего, такой информационной утечкой о том, что его отставка... Возможно, готовит самого его к этой мысли. И, скорее всего, эта тема начнет постепенно возникать в разговорах с президентом. А понятное дело, что решение о судьбе Авакова будет принимать один человек. И у Зеленского есть на это, ну, скажем, моральное право. Он дал Авакову проработать 2 года после, даже 2,5, по сути, после своей инаугурации, 2 года после избрания нового парламента. Поэтому, есть ли у него преемник... Этого я не знаю. На сегодняшний день там, ну, пару фамилий называют, но я не думаю, что есть даже смысл их озвучивать, потому что эти люди, ну, не до конца понятно, насколько у них установлены отношения с командой самого Зеленского. Я думаю, что осенью будет для Авакова самое, он будет ближе всего к своему увольнению. И это произойдет по договоренности с ним. А касательно того, почему он так долго задержался, потому что он оказался, ну, великий интриган, и в этом плане он профессиональный политик, которым позавидовали бы, я думаю, ну, все ныне существующие члены правительства. Он в плане успеха там, маневрировать, находить общие интересы, сталкивать лбами, ведет себя как тяжеловес. Это нужно признать, в каком-то смысле он даже может быть и олигархом, поскольку у него есть часть, у членов его семьи есть часть в телеканале «Эспрессо». У него есть депутаты, которые входят в его орбиту влияния, начиная там от Ильи Кивы, как ни странно, и заканчивая депутатами в «Слуге народа», как Володина, Бакумов и так дальше. И это действительно может в какой-то момент стать предметом дополнительной дискуссии, является ли он олигархом или нет, маленьким, но все-таки олигархом, и, соответственно, привести к еще одному тому, чтобы аргумент положить на стол, сказать, ну, пора все-таки и честь знать, пора заканчивать эту каденцию, поэтому посмотрим, но я бы делал уже такие, знаете, если бы мы делали прогноз, я бы тут уже сделал достаточно вероятный прогноз, что так и случится. Президент в 2019 году говорил, что Аваков остается на так называемом испытательном сроке, уже летом 2020 года он называл Авакова мощным министром.
Авакова же называли человеком, который, в принципе, обеспечил стабильность во время выборов как президентских, так и парламентских, и также местных. Как бы некую такую константу, которая, в принципе, держит страну больше, чем там, ну, смотрите, кабинет министров, парламент и президент. Что еще указывает на интересный сценарий? То есть Аваков, конечно, может попытаться побороться, сделать это классическим путем дестабилизация в стране, требует сильного министра внутренних дел, соответственно, если будет, грубо говоря, стоять Майдан, происходить взрывы, происходить некое там насилие то в обществе, то, конечно же, министра никто не снимает. Но мне кажется, в этот раз и уже сам Аваков понимает, что, наверное, пришло время уходить. А касательно там определения его роли, то ну, никто же не будет спорить, что он все-таки самый влиятельный член правительства. А в целом, я думаю, это расставание должно быть на какой-то теплой ноте, потому что ну, взаимных претензий друг другу быть не должно, потому что ему дали возможность остаться, его не зачистили совсем иконостасом эпохи Порошенко, его влияние было высоко, возможно, его следующая ступень будет тоже, ну, я не знаю, будет ли ему предложена какая-то должность замены, или он скажет, что он хочет уже жить своей частной жизнью, но, скорее всего, это будет полюбовное расставание. Но, насколько я понимаю, Аваков никогда не был из орбиты Порошенко, потому что как раз это была орбита Арсения Яценюка, это была креатура Народного фронта. Это нет? Вы льстите Арсению Яценюку, может быть, это Яценюк из орбиты Авакова. На самом деле, ну, в этом плане Аваков более мощная фигура. При всем моем негативе, я вам скажу, у меня же с Аваковым никакого сентимента нету. Мы с ним были в длительном судебном процессе, он выиграл первые две инстанции, но я выиграл Верховный суд, и он даже компенсировал мне лично Аваков, он хотел меня особо так, знаете, с особым показательным процессом засудить, подал иск МВД как юрлицо и Аваков как физлицо. И они проиграли и оба компенсировали мне еще судебные издержки. Поэтому у нас нет особой теплоты, но я другому говорю, что, конечно, фигура Авакова на политическом небосклоне намного мощнее, чем фигура Яценюка. Еще один факт, который указывает на возможный уход Авакова, то, что вот за эти несколько, ну, там, полгода последних Зеленский снял определенную остановку остроту внутри украинской политики. Ему удалось полностью нивелировать роль Медведчука, то есть крайне пророссийского оппозиционного фигуранта, я даже сказал, скорее, деятеля российской политики внутри Украины, но владевшего серьезным медиаресурсом, депутатами, связями в Кремле, и казалось, что вот он уже примиряется к досрочным выборам и месту где-то во власти. А сегодня он сидит под домашним арестом. То есть этот риск снят для президента. С другой стороны, на националистическом, национал-патриотическом правом фланге был Порошенко, который тоже все время там угрожал реваншем, помните, ходили даже там слухи о каком-то перевороте в конце года. На сегодняшний день он сам находится в ситуации, когда ему нужно отстреливаться от обвинений в связях с Медведчуком, ему нужно верещать о том, что он не олигарх, хотя он олигарх, готовится к утрате своего влияния, и если, например, Порошенко станет олигархом, вы представляете, ему всем, кто с ним встречается, придется регулярно отчитываться о контактах с ним, то есть он становится токсичным персонажем. Поэтому такое снятие двух этих крайних рисков для Зеленского показывает, что ситуация на ближайшую перспективу может успокоиться. А это самое время провести вот перезагрузку на уровне Министерства внутренних дел. А на ваш взгляд, вот новый человек, который там может оказаться, это, то есть, это будет связано с тем, что вообще будет новая команда, то есть до свидания Шмыгаль, до свидания все остальные министры, то есть это что-то совершенно новое, либо это все-таки будет чисто точечно с Аваковым? Ну, это может быть и так. На самом деле, если произойдет снятие премьера, то вместе с ним будет снято все правительство и, соответственно, и Аваков. И тут вообще достаточно большой такой маневр, да, можно сказать, ну, третий раз мы тебя уже не можем подавать, и поэтому будет другой министр. А почему третий раз не можем подавать? Ну, потому что это слишком одиозно. Начнут опять говорить, какой-то временный министр, к нему столько вопросов, за 7,5 лет реформы уже ты не сделаешь, на 8-й год, понимаете? Если реформа, окно возможностей для реформы, это первых, там, ну, год, ну, два, ну, все. А 7,5 лет, и слово реформа уже не сопоставимо никак. Поэтому, если будет замена всего правительства, то я прогнозирую отставку Авакова, ну, 90%. Точечно я допускаю тоже, что с ним могут полюбовно договориться о том, что он получит определенную, возможно, сферу влияния там, на замов каких-то, возможно, получит какую-то должность престижную, а может быть даже и с политическим влиянием. Но вот в целом ситуация требует обновления на этом фронте тоже, на фронте внутренней безопасности, внутренних дел.
у нас получается такая ситуация, когда назначают кого-то из опытных профессионалов, то это люди, которые работали при Порошенко, при Януковиче, то есть и получается, что это вот нужно всех люстрировать. Когда назначают людей, которые только пришли и даже получали образование где-то в Европе, говорят, что они совершенно не понимают, как это все работает, молодые реформаторы наследили и их выкинули, да? В данной ситуации. И плюс есть еще категория «Друзья Зеленского» и там, коллектив 95-го квартала. Приблизительно, какой это может быть человек, чтобы и политики, и общество сказали, это приемлемая кандидатура? Я вам честно скажу, не назову эту фамилию, и боюсь, что даже в офисе президента этой фамилии пока не знают. Но нам нужно понимать, что иногда стереотипное мышление может приводить к алогичным выводам. Да? Вот пример Баканова в этом плане меня лично, он приятно удивил. Почему? Потому что на Укрзалезнице, в которой я в Совете состою, мы регулярно контактируем с СБУ и видим вблизи реализации в уголовном смысле, реализации, которые проводит СБУ по разоблачению коррупции, злоупотреблений и так дальше. И это выглядит очень солидно. То есть они работают системно, они вскрывают крупные кражи, крупные злоупотребления. Ну, там, начиная от покупок запчастей новых под видом, то есть они, на самом деле, давно уже использовались много раз, они под новыми идут, под видом новых, и, конечно же, там воруются огромные деньги, там, заканчивая схемами по воровству дизельного топлива. Хотя с этого смеялись почему-то некоторые пользователи Фейсбука, но это схема, которая в год может тянуть на 500 000 000 гривен воровство дизелей. Конечно же, вскрыть определенную, даже небольшую иерархию, это важно для того, чтобы послать сигнал по всей системе и дополнительно усилить борьбу с дальнейшим распространением этих метастаз воровства дизеля. Поэтому СБУ в Укрзалезнице работает мощно. Касательно Баканова, это происходит при человеке, который никогда не имел отношения ни к спецслужбе, ни к Укрзалезнице, ни к другим сферам деятельности, но оказался с определенным сильным мандатом доверия от Зеленского и не связан с традиционными кланами влияния. Отрицать, что есть люди, которые находятся ближе к Баканову и системе, тоже никто не будет. И там, хотелось бы, чтобы эти люди имели безупречную репутацию. Но если мы говорим про Министерство внутренних дел, то появление внесистемного министра я бы тоже не исключал. Как это уже на примере СБУ показало, что катастрофы это никакой не создало. Вот. Ну, Аваков человек ведь будет? Тоже был не из системы. Ну, действительно. Аваков сам никогда не был министром внутренних дел, поэтому его пример показывает, что и его преемник тоже может быть фигурой такого масштаба. Возможно, это будет депутат какой-то из крупных фигур, тем более министр внутренних дел должен пройти голосование в парламенте. А в парламенте «Слуга народа» сейчас, скажем, достаточно уже так распустила пальцы веером, да, и хочет, чтобы кого они назначают, чтобы они этого человека знали, чтобы это не был просто там парашютист, которого им прислали сверху, и они должны за него безропотно проголосовать. Поэтому если это депутат какой-то, который уже имел опыт коммуникации со всеми депутатами внутри фракции монобольшинства, это увеличивает его шансы. Но назвать фамилию, я думаю, не сможет в ближайшее время, пока ситуация не выйдет вот на нужное время в нужное место. Это время, это сентябрь, если все будет спокойно. На этой неделе Денис Бигус опубликовал еще одно расследование, конечно, не такое резонансное, как то, что касалось Виктора Медведчука, но связанное с номерами прикрытиями, по которым, там, не знаю, пользуясь которыми, ездят представители офиса президента, сына Авакова и даже посчитали депутата Илью Киву. То есть номера прикрытия, это для наших зрителей, это либо несуществующие номера, либо номера, которые зарегистрированы совершенно за другими машинами. На ваш взгляд, ну, все-таки ведь, если это касается офиса президента, то это по нашему законодательству это не те чиновники, это не первые лица государства, которые должны быть обеспечены охраной или какими-то там, не знаю, конспиративными квартирами и конспиративными номерами. Эти номера, в первую очередь, должны использоваться для оперативников, для, там, может быть, СБУ, ну, то есть для людей, которые действительно в них нуждаются. Владимир Зеленский, когда шел на выборы, он говорил, что там нет кортежам, нет там выключения светофоров. Мы видим, что все это есть, но хорошо, он президент, может быть, это слишком романтичный был его взгляд на жизнь, что президент может стоять в пробках и что-то успевать.
Но почему офис президента этим всем пользуется? Я вам скажу свое мнение. Да? Я не владею информацией, как это нормативно прописано, кто там наверняка есть регламентирование. Но в моем понимании номер прикрытия может иметь только тот, в отношении кого осуществляется госохрана. И это один из элементов госохраны. Ну, грубо говоря, у охранника пистолет в кармане, номер прикрытия, там, возможность проводить осмотр посетителей, вот это неизменно какой-то такой атрибутика этого статуса. Вот и все. А другие лица такой возможности должны быть лишены. Кто подпадает под госохрану, это определено законом, там, это первые лица страны, плюс, возможно, те, на кого специальным актом эта госохрана распределяется, как особо важного свидетеля или лицо, которое там находится под охраной Альфы СБУ, это... как ну, антитеррористического подразделения. Это... Которое, мы опять которое, же понимаем, что офис безопасность президента... которого необходимо гарантировать на уровне государства. Вот, офис президента под это не, я не знаю. Подпадает. Вы, нет, офис мы не знаем, есть ли в отношении там, Ермака госохрана. Вы знаете этого? Я не знаю. Поэтому говорить подпадает или нет, нет, я просто не могу. Смотрите, есть должности, и которые ну, изначально, вы же знаете, там определенные должности, там премьер-министру вот такая охрана, там президенту вот такая охрана. Это же все ну, регламентировано, да? Это вот мы же с вами начинали по поводу Авакова. Это тоже как бы вот, ну скажем так, эти такие позитивные жесты в адрес офиса президента, это тоже дипломатия? В адрес офиса президента со стороны кого? Ну, каким образом получаются эти номера? Смотрите, у нас в стране монобольшинство и моновласть. То есть, если президент считает, что это лицо находится под госохраной, а это... Госохрана выделяется часто его указами, закрытыми указами от прессы. Например, это может быть госохрана в отношении бывших президентов, за которыми закрепляется такой статус пожизненно, и они имеют госохрану. Эта госохрана может предоставить... Ну, я вам отладно открою там, небольшой секрет. Когда я работал в «Украинской правде», определенное время с редактором «Украинской правды» с Аленой Притулой тоже была закреплена охрана Альфа СБУ. И какие у них методы работы, я-то не вникал. Это было 15 лет назад, даже больше. Но у нас каждый день было два охранника, сидящих в офисе, которые проверяли подвалы, чердаки, межлестничные пролеты, и наверняка там машины, которые они пользовались, тоже были номера прикрытия. Этот указ был подписан, если мне память не изменяет, то ли президентом, то ли кем-то из, может быть, руководством СБУ тогдашним. Но это лицо, Алена Притула, в тот момент находилась под государственной охраной. И у этого мероприятия есть свой протокол работы, в том числе номер прикрытия. Касательно указанных лиц, я не знаю, есть ли в отношении них указы, позволяющие пользоваться таким вот статусом. Я ссылаюсь только на журналистов Бегус.Инфо, то есть которые я против злоупотребления. Говорят, что там, что они ее проверяли. Я против злоупотребления в этой сфере, конечно. Точно так же, как против, например, раздачи наградных пистолетов, которые регулярно происходят, в том числе при Авакове, в том числе при Луценко, когда люди просто некоторые даже получали не наградное оружие от государства, что выделяли чью-то там роль в каком-то спецоперации, какой-то там помощи, да, государству, и вот тебе наградное оружие. А просто хочу легализировать свой там автомат или пистолет. Покупал за свои деньги дорогостоящее иностранное оружие, и потом якобы государство ему дарило этот пистолет, хотя, конечно же, это было куплено за его деньги, и сам факт награждения был просто актом легализации этого собственного оружия. Вот и все. Я против этого, и считаю, что все должны быть равны, тем более, учитывая, что факт наличия такого оружия создал серьезные проблемы в жизни Сергея Пашинского, который из этого оружия стрелял в человека и длительное время находился под стражей в рамках уголовного дела, ну, судьба которого нам всем известно, да. То есть, если это в Украине не существует оборот оружия, то его не должно быть ни для кого, кроме правил исключения, о которых я говорил. Награждение за особо серьезные заслуги перед страной и представителей именно силовой вертикали, которые с этим оружием умеют обращаться. Ну, мое мнение, хотя наверняка у вас будут в комментариях, скажут, что мы за легализацию огнестрельного оружия. Эти люди имеют право, в процессе общественной дискуссии мы можем дебаты вести на эту тему, но моя позиция, она уже многие годы неизменна. Ну, насколько я помню, Татьяна Черновол, по-моему, автомат наградной получила. Я не готов комментировать это все. Ну, хорошо, давайте, я тоже не буду на этом настаивать, я помню, что я где-то такое читала, но, может, это уже давно было. Ну да, вот в данной ситуации, там, в защиту Авакова, что не при нем это началось, это вообще наша традиция. У Луценко было уголовное дело.
дело, потому что, например, когда он был министром, он раздарил пистолеты не просто сотрудникам силового блока, руководству, а там просто депутатам, жене депутата Андрея Деркача, например, он подарил. Когда мы сейчас говорим про Деркача, про его русский агент и так дальше, на самом деле одним из ближайших к нему последних 15 лет был как раз Юрий Луценко. И один из признаков этого то, что Луценко как министр внутренних дел подарил жене Деркача пистолет огнестрельный в качестве наградного оружия, не имея, ну, мне кажется, никаких даже формальных оснований для этого. И в свое время это создало большие тоже проблемы Луценко. Дело в отношении него было открыто при втором премьерстве Януковича на эту тему, как раз, если мне не изменяет память. Но потом мы, как всегда, замяли какими-то договоренностями и так дальше. Вы пытались себе получить оружие? Нет, никогда не пытался. Я озвучил свое мнение по этому поводу. Я считаю, что право на оружие должно быть только у представителей силовых структур. Как вы думаете, летний период Верховная Рада еще чуть-чуть и перестанет работать? Будут какие-то потрясения? Ну, у нас впереди до летних каникул два важных голосования, которые касаются деолигархизации. Первый – это сам закон о деолигархизации. Были озвучены планы его принять до этой сессии, до конца, потому что тогда можно осенью его принять будет в целом. Да? И будет огромное сопротивление, притом с разных полярных лагерей, там, со стороны всех олигархов, которые есть, скажем так, в парламенте. Медведчук, ОПЗЖ, Порошенко, Европейская солидарность, есть люди Коломойского, они будут, там, Ахметовское лобби, конечно же, это все гасить, но я надеюсь, что президент заставит фракцию, состоящую из людей, которые пришли в политику благодаря ему и благодаря его обещаниям, что они примут закон хотя бы в первом чтении, а на второе там возможные неурядицы будут решены в удобоваримый способ. Да? Ну, а второй вопрос – это уже налоговые изменения, это закон, который касается поправок в налоговый кодекс, там есть серьезные усиление обязательств, которые должен исполнять, в том числе Ринат Ахметов, перед бюджетом. Там есть увеличение ренты на добычу железной руды из наших недр. Не только Ахметов будет ее платить, но у него самая крупная компания, больше 60% на этом рынке. Поэтому он будет сопротивляться. Но хотя я уже немного разочарован, потому что по сравнению с первой версией, которая была принята Кабмином, в парламент пришла более слабая версия. И ему в самом лучшем случае налог, вот эта вот нагрузка ренты, это не налоги, это рента, она будет увеличена, ну, где-то там порядка в 7-8 раз, хотя изначально могла быть увеличена в 10 раз. Вот. Поэтому, да, для него это вопрос денег, понимаете, если ты теряешь, у него это может все влететь где-то порядка в 600 миллионов долларов, ну, теряешь 600 миллионов, вот. Да, ты можешь 60 раздать просто как взятки и сохранить 600, понимаете, и у тебя все еще полмиллиарда есть, который ты сохранил, поэтому будет борьба за этот закон, хотя потому что я вижу, что происходит такое как бы снижение, да, то есть предложено было высокое, сейчас это снижается не только на уровне ренты, например, вот в УКРЖЕЛЕЗНИЦЕ, я тоже владею инсайдерской информацией, что увеличение тарифа на перевозку железной руды тоже будет не так, как изначально планировалось, чуть ниже. Возможно, это какой-то компромисс, который снимет политическое как бы противодействие со стороны этого олигарха. Я в эти игры не играю, но мы видим, что происходит. Поэтому, если даже он будет платить больше, это хорошо, потому что получит больше денег УКРЖЕЛЕЗНИЦА, если это тариф, получит больше денег бюджет, если это рента. Там же есть еще усиление ответственности за выбросы, в 3 раза увеличивают закон на СО2 выбросы, где-то тепловые станции Ахметова. К сожалению, не меняют налог на горнообразование, обогатительные комбинаты, земельный налог, там есть льгота у него. Но такое, как бы, знаете, замахнулись на больше, получим меньше. С одной стороны, расстроен, да, потому что можно было получить по максимуму. С другой стороны, это все равно лучше, чем на сегодняшний день. Слушайте, это же еще не конец. Тем более, это может все быть не в 8 раз, а в 2 раза. Да, это еще не принято. Ну и тем более, вот, вы говорите, 8 раз, 2 раза. Вы правы, потому что в тех поправках, которые предлагаются, рента, то есть это самое большое, будет нагрузка на него, она будет выплачиваться в соответствии с мировой ценой. Если цена мировая упадет ниже 200 долларов, он будет платить в 2 раза меньше от того уровня, если цена будет выше 200 долларов. Если она будет ниже 100 долларов, там вообще будет копейки. Поэтому тут еще и играет роль мировая конъюнктура, которая на сегодняшний день, конечно, динамична, позитивна, но эту поправку нужно было принять год назад. И сейчас бы, если бы она, поправка была принята, мы бы получили в бюджет ну, минимум 20 миллиардов гривен, минимум, только за железную руду со всех игроков на этом рынке. И тут я, кстати, непопулярную вещь скажу, но в России, которая страна-агрессор, которая для нас нетерпима, но там власти заставляют своих олигархов платить
и часть сверхприбыли, получаемой за счет мировой конъюнктуры, возвращать или в бюджет, или в корпорации государственные. И там прям дискуссия. С одной стороны, олигархи типа Мордашов, Лесин, это компания «Северсталь», главные, по сути, олигархи на сегодняшний день в России, потому что, повторюсь, руда и металл в мире очень высоко выросли. А с другой стороны, правительство, там, первый вице-премьер, они прям обмениваются публичными, ну, чуть ли не оскорблениями через медиа, когда те требуют вернуть часть сверхдохода в бюджет. А тут еще тоже интересный же момент. Вот, например, Укрзалезница, да? Олигархи получают, в частности, Ахметов, сверхприбыль за счет железной руды. Он ее перевозит по железной дороге, и тариф, если хоть на перевозку будет в лучшем случае принят, он вырастет на 30%. А за это время Ахметов уже на 60% поднял цену на металлопродукцию, которую закупает у него Укрзалезница. Ну, потому что постоянно закупается, что там рельсы закупаются, закупается другая металлопродукция. И цена на нее выросла, потому что она во всем мире выросла. То есть даже если мы когда-нибудь через пару месяцев поднимем этот тариф, он за это время уже успел заработать на Укрзалезнице тоже значительно более существенную сумму. А почему вот то, что мы сейчас видим, это да, там политические вопросы решаются с Виктором Медведчуком, да, ну, скажем так, одна часть олигархии, да, украинской, а с Ринатом Ахметовым пытаются экономически некоторые счеты свести, да, а другие олигархи что? Ну, тут у нас на сегодняшний день список олигархов еще не определен. Если примут закон, мы тогда будем понимать. Ну, Порошенко... мы же и так понимаем. Ну, знаете, принял закон, такое ощущение, что от этого какие-то фамилии смотрите, например, изменятся. я вам говорю там Ахметова, а я, говоря Ахметова, мы сразу можем понимать в скобочках Живаго, потому что это тоже олигарх, у которого огромные активы в сфере железорудного сырья. Полтавский горно-обогатительный комбинат. То есть, упоминая Ахметова, я упрощаю восприятие этой тематики аудитории, потому что у Ахметова там, ну, грубо говоря, там 65%, там, у Живаго доля меньше значительно. Я там не скажу точно, там 15-20, но это существенно меньше. Вот. Это автоматически эти финансовые выплаты будет оказывать и он. Будет ArcelorMittal оказывать эти же выплаты, потому что он тоже перевозит по железной дороге железную руду, и тариф вырастет для него, и потому что он тоже добывает железную руду в своих, на своих горно-обогатительных комбинатах. Но его доля еще меньше, чем у Живаго, поэтому и это тем более ну, ArcelorMittal сложно назвать украинским олигархом, потому что у них нет влияния на украинский парламент, нет депутатов своих, нет телеканалов. Это глобальная компания. В свое время купила Криворожсталь за рекордную цену 4,2 миллиарда долларов. Это рекорд, мне кажется, ну, во всей истории Украины. И на самом деле, конечно, эту ролевую модель надо было повторять в других случаях. Может быть, этот завод, который продавали дважды. Да? Ну, продавали его дважды, это как раз показало, насколько коррумпирована политика, что первый раз его продали 8 раз дешевле. Вот. Если мы говорим, например, про энергетику, то там Суркисы точно так же, они присутствуют в парламенте, у них большие активы в энергетике. Медведчук и Суркисы связаны, поэтому... Но это одна партия. А? Одна партия. Не, ну они не одна партия, они... Друзья, не, оппозиционная платформа они, за жизнь. Ну, мало того, что они не партия, они просто... Еще было такое явление, киевская семерка, если вы помните, в 90-е, вы, наверное, не помните. Они были Суркис и Медведчук, Богдан Губский, Лях, Карпенко, Сгурский, по-моему, да. Вот эти братья Суркиса, их 7 человек было. Ну, то есть это был один такой ФПГ, да. На сегодняшний день она уже распалась. Ну, то есть Суркис и Медведчук в бизнесе вместе больше 20 лет, конечно же. Это ретроспективно. То есть те же самые обязательства ложатся и на Медведчука. Просто, ну, возможно, для упрощения, да, я так артикулирую понятными фамилиями, чтобы не было дополнительной такой смысловой нагрузки. Но да, в принципе, если эти изменения произойдут, они будут касаться больше круг лиц. Просто нужно, чтобы государство, наконец, проявило себя с сильной стороны. Я не говорю, что оно должно закручивать гайки, проводить репрессии, уничтожать свободу слова, но оно должно... Те ресурсы, которые страна производит, должно хотя бы справедливо, хотя бы по-честному распределяться в обществе. Не так, что все убытки мы вешаем на государство, а все прибыли забирают себе олигархи. Если это полезные ископаемые. Не наши на государство, недра, а на налогоплательщиков. Да, наши недра принадлежат гражданам Украины. Олигархи просто, по сути, имеют право на их добычу и продажу, и платят за это совершенно смехотворную ренту. То есть, если это наши недра, то давайте вы будете возвращать государству намного большую. Вы не обеднеете, у вас тоже будет сверхприбыль, но государство имеет право на это. Потому что вы не строите дороги, вы не строите больницы, вы не строите школы, вы не содержите пенсионеров, бюджетников и так дальше. Но вы ходите на
вы владеете каналами, на которые приходят ваши говорящие головы, ваши купленные политические проститутки, которые рассказывают, как власть плохо финансирует школы, дороги, больницы и платит низкие пенсии. Так ваши же содержанты не заплатили это все в бюджет. Да? Поэтому это замкнутый круг, который рано или поздно нужно разрывать. Я надеюсь, что это 2021 год станет годом, когда начнется новый отсчет и этот новый социальный договор, который, по сути, Зеленский перезаключает социальный договор, что олигархи или добровольно, или принудительно, но отступают от тех достижений, которые они имели последние 30 лет. Причем достижения эти были сделаны не на Ниве, ноу-хау, создание новых заводов, некоторые вообще там рабочие места даже не создают, а только сокращают. А на Ниве просто присвоение государственных сперва предприятий, потом государственных недр, государственных денежных потоков, государственных финансов. Вот и все. Сергей, большое спасибо. И вам спасибо. С нами был Сергей Лещенко, журналист, народный депутат 8-го созыва. Смотрите нас в YouTube, на Политэко онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я Инга Мизерия, с вами прощаюсь. До свидания.